Как можно увидеть, что человек прогрессирует? Он испытывает такое состояние смущения за свои слова в прошлом, за свое поведение в прошлом или в настоящем. Как только мы возвышаемся, первое, что мы делаем, мы рассматриваем с этой стороны кого? Себя. Как только мы продвигаемся, первая реализация, это мы себя видим. Как мы действовали, чем мы жили, что мы говорили и так далее. Это означает, что мы смущены своим поведением, мы смущены своими словами, смущены своим мотивом, смущены своими целями, своими взаимоотношениями, на чем мы их строили. И поскольку это очень смешно, это не то, чтобы приносит нам страдания, что мы это увидели. Мы смущены, потому что это так смешно выглядит. Не то, чтобы мы враждебно начинаем относиться к этому. Мы смущены и видим, что это так смехотворно. И когда мы видим человека, который в этом состоянии нас серьезно воспринимал, хотя находится совершенно на другой платформе, мы испытываем чувство привязанности и благодарности к нему. Почему? Потому что мы вдруг узнаем, что он-то, оказывается, в первую очередь видел, кто мы такие, как мы себя ведем. И при этом он нам подыгрывал. И Прабхупада говорит, что это состояние подыгрывания и называется состоянием сострадания и состоянием заботы. Это состояние подыгрывания и называется состоянием заботы. Что он, как опытный отец, он заботился о нас. Не стал испытывать чувство неприязни к нам. Что если бы мы, допустим, увидели такого человека, теперь с этой платформы, то мы бы осудили его, мы бы постарались с ним не общаться, или не теряли бы на него время. Но этот человек заботился о нас все равно с нами вступал во взаимоотношения, очень серьезно разбирал какие-то вопросы с нами, которые были так смехотворны и никчемны.